Ребята, срочно включите! Сейчас просто, я только что хотел поиграть в бета Стамбулгайса, и тут такой прикол, только что она обновилась, прямо только что где-то. Поэтому я хочу сейчас протестировать новые карты. Давайте посмотрим, если новые скины добавили какие-нибудь. Рекомендации. Ну да, пока что я ничего тут не вижу. Давайте, ребята, перейдем к сути. Потому что здесь у нас есть новые уровни. Здесь добавили Acid Pool. Потом добавили Tetris Stumble, но он еще был давно. Завтра обновление выйдет. И еще был один уровень под названием Pac-Man Power. Думаю, сначала мы пройдемся по самому обычному. К самому интересному, конечно же, к Пакмену. Я сначала буду пробовать Тетрис. Тетрис очень интересная карта. Завтра обновление. Так что вот сейчас потренируемся, чтобы, если что, вдруг там карта будет завтра, а я ничего не умею проходить. Потому что все уже, я видел, уже смотрели. Такая музячка классная. Музыка классная. Да, в принципе... Ремикс Тетриса какой-то у нас. Почему-то я себя маленечко вижу. Такие всякие приколы становятся. Потом... Оу. Мама мия. А что она делает? О! Оу, oh, ну! No. Что? Я хочу еще раз пройти снова. Нет! Опа, ага, я понял, что она делает. В принципе, сейчас, если там появится где-то блок, то будет такой какой-то прикол. Вот, да-да-да, такой. Все, я теперь наконец-то понял, как проходить эту карту. Интересная карта. Но, блин, боты... Оу! Как же жаль, что у меня нету с собой эмоций. Давайте просто посмотрим, как играют боты... Но они очень хорошо играют. В принципе, да. Но тут ничего такого сложного я не вижу. Думаю, можно приступить к новым уровням. И дальше у нас уровень будет... И у нас тут есть Acid Pool. Очень... Мне кажется, это новый какой-то уровень. Я не знаю, если это новый. Просто мне показалось, что он новый. Или не показалось, я не знаю. Вот он у нас запустился. Ого. Ого. Это что за прикол такой? А что вы делаете, ребята? Что вы делаете? А, не так специально. Так, что-то мне кажется, что... Ой. Мне кажется... Я понял. Мне это напоминает одну карту, очень мою, не сильно любимую, под названием Bot Bash. Уж очень напоминает. Блин, мне бы сейчас со своей эмоцией, но не подумайте, не особой. У меня их нету. Ничего такого сложного нету, в принципе. И она даже легче Bot Bash'а. По-моему, нет. Я не знаю. Оу. Ну, пошутили. Посмотрим, что как эти играют. Пошутил я так себе, конечно. Ого! Подожди, так. Мне это не... Мне не похоже на ботов даже. Что? Это типа искусственный интеллект им добавят получше? Так это же он маски какие-то самые настоящие. Или это игроки играют, я не знаю. Тут один точно бот. Похоже, или они добавили им искусственный интеллект получше? Потому что, ну, как-то я не помню, чтобы так играли они.
Давайте создадим игру и выберем теперь самую интересную, самую захватывающую, а может и нет, карту, которая всем захотелось, наверное. Это Pac-Man Power. Либо вы просто решили зайти посмотреть. Ну, вот, просто перемотать до сюда, я не знаю. Итак, Pac-Man Power. Какая-то музыка необычная. Ага, все. Уже вспоминается легенда. Легендарная песенка. Оу. Ага. Ну да, я, в принципе, и сюда могу ходить. Прикол. Это что такое? Это мне напоминает один такой прикол, типа, когда какой-то уровень в этом, в Pac-Man начал ломаться. И поэтому, наверное, они добавили... Ага, это еще раз. Подожди, что за прикол? Интересно. Ну, это реально, наверное, отсылка на тот баг из Pac-Man. Давайте уже нормально играть, а то что-то, да. Блин, это... Мне кажется, это будет одна из лучших карт Stumble Guys'а. Или, может быть, даже одна из лучших совместок, да. Оу, оу, оу! Не надо! Привет, бот! Слишком большой, он даже... О, да! Я теперь Pac-Man! Я теперь Pac-Man, я теперь могу... Давай! Давай, быстро! Нет! Ай! Меня ударило! Блин, оно слишком быстрое было! Ага, но у меня есть еще одна! Yes! Нет! А, что? Давай! Туда можно, нет? Нет, нельзя. Печально. Они же не достанут. Зачем сделали, что можно сюда ходить? Или они это уже пофиксят? Может и нет. Просто, блин, я забываю, что у меня этого осталось. А это нужно собирать? Это нужно собирать. Ну вот они тоже сейчас собирают. Прикольно. Даже бот играет вместе. Даже так, как будто... Они, наверное, разум им добавили получше, мне кажется, нет? Потому что если это так, то это классно. Они смогут лучше... Игроки? Типа игроки. Они смогут лучше играть. Нам осталось найти... Опа. Есть то, что мне надо, я думаю. Ага, там... Вот там то точно то, что мне надо. Уже не будем брать эту. Да. Сцена свободна. А-а-а. Я понял. Подождите, там что-то есть такое? А, это лазер. Понял. Мне кажется, карта будет каждый раз разная. И я выиграл. Да. Слишком легко. Ну, это логично же, я же не бот. Просто игрок обычный. Да, вот такое вот обновление у нас получилось такое, мы посмотрели, я думаю, мы даже самые первые, кто посмотрит, я не знаю, очень интересно, если я буду первым, кто это сделает. Но, ребята, вы были на канале Алекс Промакс, очень благодарю вас за просмотр, спасибо всем, всем пока-пока!